Принцип эмерджентности применим к куче вещей. Если бы в окопах Первой мировой было больше коммуникации снизу вверх, получилось бы прекратить войну. Успешные примеры тоже есть. Когда на Филиппинах свергли диктатора Маркоса, революция прошла почти без кровопролития. Восстание в Чехии получило название «бархатная революция» как раз из-за отсутствия насилия. Чехи всего лишь собрали достаточно людей на главной площади столицы, чтобы парализовать страну и убрать режим. Ставлю на то, что через несколько лет мы еще застанем революцию в какой-нибудь стране, где люди даже не будут выходить из своих комнат. Им понадобится только эмерджентная онлайн-система снизу вверх, и они свергнут правительство, и при этом никому не понадобится покидать свою спальню, потому что все будет происходить через эмерджентные процессы.